О, хорошо, отлично. Поставьте вон на метку. Забаньте, забаньте. Все, отошли. Отойдите, отойдите все, отойдите, не уешься там. А можете зеленку не нидить, пожалуйста? А кто нидит зеленку? Калыч, вот. Старик, господи. Я сейчас нахуй, блядь, ГП там за нидит зеленки. Уже, блядь, вообще охуели. Доты, оптикс, доты, оптикс, доты, оптикс, доты, два пылесоса. Пять последних зеленок посмотрел, все пять снизили. Ну чё, блядь, голды нахуй дать или что? ГП им дать. Доту, пятихаточку сразу. Зеленку отканул. А где все подряд не дали? Распыл нажимает обычно. Я что-то не вижу, вот я вот листаю, только оптикс не дал еще. Ну да, понятно, оптикс какая-то. Так, все зачислили, не, а что это, пачка? Поднимите дрища. Шкаф поставим потом, не сумнем фейку. Альфи зашла? Да. Скажите, что там? Нету рта? Нету. О, душ, наверное. Конь, это голос. Набрали нубов. Никто не ходит. Альф, погоди еще. Альф, погоди еще. Скаф. А Клима, как дела? Хорошо, у тебя как? У меня теперь еще лучше. Услышал твой приятный голос. Руки на стол, блядь. Нет, у меня женщины другие. Не, у Лакрима просто правда. Какие у тебя женщины? Девушки? Не, у меня женщина. У меня женщина и девушка. Порно.ком у тебя женщина. Не смешная шутка, пойди потренируйся еще у зеркала. Дай Алина.нет. Лучше будет. Чё сказал мне? Про Алину было. Алина.нет. Короче, по тактике, ну ладно, блядь, я буду все рассказывать потом. Бахните дрища. Дрища, бахните. Что с происходит? Какого хуй находит? Дайте кулак поварам хотя бы. Так, кулак повару дайте. Не бейте босса, босса не бейте. Знаешь, что забылся? Все равно вы там... Пустыш, давайте. Все, бейте дерево. А чипу делаем, да? Какое чипу? Дерево бьем большое? А, это другое дерево. Ай, дерево бьем. Не могу затаунтить, потому что я не в грибке. Будьте куда поварам. Не бью его. Всё. Да, дерево, под крышками мы... стоим и оттуда бьем. Дерево сыграете сзади? Лучи вышли, лучи вышли. Два, ты умираешь, блядь, получается. Чёрт. Да он на зеленку смотрел на тебя. Я, кстати, даже ману не редко. А вы помните тактику хотя бы, да, ребятушки? В лучах не стоять, фридом давайте на том конкорне. Так, что еще? И с молнией выходить. Корни, лучи вышли. Да лучи, просто выпейте же, эти корни можно... Следующая пачка трэша будет... Так, хрипаты, дашь бомжи ты на первую пачку трэша, когда появится. Так, вот. Хан, ты трапу кидаешь, помнишь, да? Дерево залить. Хан, трапу, мы подудали. Играем через кого-то, метку через поставил. Я на грозового стопу. Хорошо. Сядьте кто-нибудь на этого. Позбивайте косты сбивайте. Хрипаты на водяного, на молнию Абула. Лучики. Водного все, больше. Добивайте. Грозовому. Дерево потом заливаем. Просто разбейте корни, эти не надо фридом. Почему не надо фридом? Ну нахуя. Дерево. Так, может, кто... подведем к этому, к Ториму этого босса? Ой, давайте чивку сделаем. Там 25, по-моему, надо. Чифу, блядь? Ну, нахуй ты чивка, блядь? Мы просто убьем этих чивок. Я пришел сейчас, хрипаты бомжей. Пришел ради апушмота, чтобы мы ИВК прошли этого ничего. Вот, да? Пройдем ИВК. Надо мне за цвета тогда зайти, я же не знал. Бомжей зали там, да? Заливайте в ешки. Две машины. Спокойно домашние. Внизу. Ну как машина хорошо рисуется. Жаль, агро не дает, да? Это самое. Лучики аккуратно. Дерево. А дерево залили? Залейте.
зазерил. Я сам себя скину, не надо. А, я не скину сейчас. Так, еще три пачка трэша осталось залить. Точно такие же. Дерево давайте большое, три мелких и куча мелких. Когда одна пачка останется, Кир, дадим забурстим босса. Да зачем, не надо. Да давайте попробуем. Давайте попробуем. Че это? Очки? Очко жим-жим. Да не стыдно, отец, нормально будет. Для зорких скажет, что я не могу. Молчит, потому что вы начали. Сливайся. Вам же, есть мастер-аура и этот фаер-ауру подготовьте, мастер-ауру. Мастер-ауру, да. То есть смелики, если что-то идете от мелизона. Дерево рядом слейте. Дерево, залейте. Дерево, привор. Все, мелики, отходите, либо зеленки ДК прожимайте. Все, лучи аккуратно, лучи. Фридом по мне, пожалуйста. Берегитесь. Дерево без секунды. Смотрим, где дерево считается. Ну где дерево? Не, верно, пулишь на меня хвостоплета, хорошо? Обманул. Вот, напуливай. Я все на тебя напулю. Блять, выходим. Трапы киньте, кости сбивайте, ладно. Грозовому побольше дайте. Ну шо, да. Давайте сейчас, Геру, давайте по боссу играем. Геру. Геру, давайте. Хуй вы, блять, не убьете. Стопайте. Да убьем, нормально. Где ты? Смотри, он отхиливается как. Нормально. Случай, выходим. Когда вар заберешь большого, покатишь его. А вы же дамажить не будете никак его. Ну и ничего, дерево. Нормально. Как вы будете дамажить? Под этим. Хотя под цветочками нормально, в принципе. Вы в башню повторюсь? Давайте. Самое главное, под грибы встаньте, там еще урон. Да, под грибы встаньте, главное, там, да, больше будет урона нормально. Вар, забери это дерево. Ходите, я думаю, так херня. Стоп-каст. Бьем. Это же быстрее получается. Демоны, блядь. Я думал, надо обязательно все фазы пройти. Вы умрете. Все, под грибы становимся, костюм добиваем. Это лайфхак, чтобы быстрее. А ты боялся? Отказываемся. Да нет. Бля, я бы уже отдел бы себе приста, сейчас уже столько токенов. Бля, нож на муте ко мне, ебаный усрался. Бля, зачем ты сферы не дану? Две сферы сразу видели? Угу. Одна в одной, понял? Как матрешка, блин. Так, на следующем КД какую ачивку делаем? А какую надо? Ну, давай, плюс ноль, блядь. Плюс ноль, давай мало сделаем. Сейчас этот, смотрите, убейте Мимирона, не позволив ему нанести урон ни одному участнику рейда. Это как? Ой, блядь. Это не упало. Проще оно убить, блядь. От мин нанести урон. Мимирона или Тури? А, нужно, чтобы мина ближнего боя не нанесла урон. Ракета и бомбобот. Ну, бомбот. Когда есть абула в миле, блядь. Бомбобот. А, то есть бомбота нужно, короче, как-то оковы кидать и убивать на расстоянии. Сложно. Абула в миле, да. Я не иду сюда за ачивками, блядь, ясно? Я не ачива-дрочер, блядь. А просто дрочер? От этого? Слушай, успокойся, Була, ты просто сырак? Не оправдывайся. Я ради Невера специально, блядь, семины нахуй зеленки сберу, блядь. Зорки, мы сегодня пойдем? Да. Ты сыраковый, не оправдывай тем, что тебе ачивки. Смотря сколько это, убью закончу. Если в 3 часа ночи, как обычно, то... Это ты намекаешь на то, что у меня онкология, блядь? Осталось Торим, Мимирон, Резок. А нам с тобой не все равно? Немножко. Не, я завтра снимать рано, завтра всем стоит.
А, да? Ну ладно. Проблема черная. А что ты, типа, да все, мы уже, считай, почти добили там, сколько было? 4 босса. Ой, бля, сейчас увидишь, нахуй. Значит, мы ж не пойдем. А, мы плюс 16, 0, да? 16 человек на Мимироне, блядь, умрет после того. Нам еще оно бы бить, вы че? Слушай, да мы, блядь, плюс 0 убьем, господи. Ой, плюс 0, плюс 1, господи, блядь. Мы ж не пожарного делать будем. И этого, господи, йога плюс 4 закроем, и все. И потом первый этаж. Можно на быстрый этот, можно на быстрое убийство сделать этого. Господи, йога. С 4 хранителями это будет вообще изящно. Хули, мы там этот мозг за 1-2 переходки забьем. О, кстати, смотри, хуйные ботинки. О, на парирование сожбери, бля, с дыркой. О, кстати, да, вот эти вот ботинки надо будет брать. Нормально. Бери, бери. Охуенные ботинки, да. Еще купился, походу. Ну, в принципе, можно. Сейчас из этих двух шмоток чем-нибудь наклепаю интересное. А у тебя ботинок не было, да, на блок? Не было. Я в дырку вставлял. Че, кто в кишку идет? Так, короче, в кишку... Давайте, короче, всем резонам здесь остается, в кишку все РДшники остаются. Эллер, останешься здесь, и не ты мимо останешься здесь. Ты, Килка, бежишь с нами вместе с Порошочком. Там Порошочка одному хватит, на самом кулак деле. Кулак повар дать. До сих пор нет. Давайте, что на пол. Дайте кулак по ДК. Мы обычку, получается, убиваем? Да, в обычку бьем. Щит схема падает, если че. Кулак по ДК. Пал, заебали, дайте кулак, а. Кулаки, Пал, у нас 2 пала. Порошочек, мы 5. Это кто такой умный? Шаманизм, что ли? Не-не-не. Все, ладно. Все, бафы готовы. Крипа, ты готов? Кулаков кулака нету. Блядь. И что? И что? Появился. Не на ДК. На маге даже есть. Ну и тоже бафов нет, ничего страшного, берут, пошли. Все, пошли. Да, чаш, БШ, покинуть тело. Зоркий, ты там нет, не придумывай ничего. Че? Ты сам останешься здесь... Вартанг второй, хорошо? Конкузар, да? Ты что, на одежде быть какой-то пенсом, за что? Нет, просто мне нравится, что меня не... Блин, это же стоять столько придется еще курить. Так, короче, вся милизона, ой, вся милизона остается здесь еще нетомимая там пуржить будешь, и Шам. Остальные все в кишку идут. Только аккуратно смотрите. Объясняю, кто в кишке, куда смотрит вот рука. Там будет взрыв идти по этой стороне, значит, надо будет уйти в правую сторону, либо сейчас увидеть. По маленькому сыграли. Вправо, идите, да. вправо. Ты кил-то вправо. Потом влево отойдем, скажу, куда влево. Хорошо. Влево подходим. Подошли влево. Залетай. И перешли обратно направо. Право. Быстрее. Я бы ДТ забрал. Вон Ди Фьюри, подними текилку. Сними дух. Зайдите потом сразу внутрь, чтоб не заявлялось. Сразу иннер кини. Внутрь зашли все, быстро. Проходы. Забежали внутрь. Влево-вправо разошлись. От прохода дошли? С прохода уйдите все. Там Пет бегает, блядь. Не, Пет это похуй. Вышли подороже, сейчас будет овешка. Пресекающая. Еще дальше. Будем хэмки делать, нет? Убьем или нет? Без мета такого, да, даже остановки нету. Гир слабый пока, блядь. Давай обычку. Че? Будем. Сколько там, да? Суферион, по 3 минуты не будет. А, слышно? Да. Что-то зависло. Ты не в кишке, нет? Да, нет. Кажется, если даже в кишке похотел. В прямой, ха-ха-ха. Долго что-то сошел. Так, сейчас идем аккуратненько по краешку. По краешку, пацаны, в круг не заходите. Босса не бейте только. Босса не трогайте, ждите пока. Сколько у нас там осталось? 40 секунд ждать надо.
Все, станьте все в печеньку и стойте. Да вы можете вниз прыгнуть, а один только остаться здесь. Наверное. Ладно, я останусь, я запущу босса. Идите прыгать вниз. Не трогайте только босса. Только в центр зайдите, чтобы молнии не лутать. А, все в центр, все в центр, все в центр. Сбегайте. И собаку мне хильте, пожалуйста, с богом молю. Что она у меня умирает? Чё ж там какая-нибудь чипка мне пришла в этой жизни? Давай, чипка, я тебя жду. Захипал, бля. Все, готово. Запускаем. Выскочки. Вы решили бросить вызов мне лично? Добивайте, блин. Трэш добили. Сначала трэш добиваем, а потом босса самого. Я поймаю. На пол дали у меня босса. Рэнджу взяли? Кастеры, рэнджу взяли. Не стойте кучно. Милики тоже станьте по лапам, не стойте по центру, по лапам, право-лево, чтобы три человека было. Вар танк, встань ко мне в ебало. В лицо ко мне в печеньку встань. Ну, не забудьте отойти. По откату герба здесь. Не, не надо, не надо, зачем? На Мимирон оставил. Да зачем на Мимироне? Ну типа быстрее убьем, типа, камон. Там душный. Там мы, кстати, не успеем гер дать, он умрет быстрее. Ну, давай. Что там? Ну, ноль пользы от Гера здесь, в текущий момент. Блять. Вся атака босса уходит в блок, в блок, в блон, в блок. Даже не пробивает. Что-то начал уже пробивать чуть-чуть. 5 стаков, как он тебе пробивать может? Чуть-чуть. На пол шишечки. Да я открою сундук. Все, идем на Мимирона сейчас. Через портал. Смотри, еще один осколок. Он был. Оп. О, Воланир. Угу. Почти, с опечаткой. А что мне голова будет давать, кстати? Сейчас гляну. Нихуя. Не, что-то дает. Т9 лучше. Ну мне Т4. Или Т4 там, ну что-то такое. Ну 45-я больше блок у нас. Мне показатель нужен еще. Ой, не показатель. А здесь символ блок стоит же, да? Конечно, 10% дает. Я вместе с этим считаю. Что? Что поговорить? С кем поговорить? А, да, 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 поговорить. 232-й, 245-й, две штуки. Бота сагрит, блядь. Так, портуемся все в искру и воображение. О-о-о, диктомимая, блядь. Химера, тебе нужно, на самом деле. Тебе нужна голова и тело, если ты сейчас в Т9, плюс штаны Т9 и перчатки. Плечо берешь за УД. Так, хэмку тоже делать не будем, сразу быстро принесемся, 3 босса осталось у нас. Мимирона, ой, этого, господи, как его зовут, Йога, попробуем фасткилл сделать за 6 минут? Как не хотелось. Да, да, вот я тоже так думаю. Ну, это плюс 4, да, надо делать? Не, за 6 минут, по-моему, да, можно. Там... Это плюс 4 надо делать? Да, да, это там все разница. Может, кому шнотки нужны. А что значит плюс 1, плюс 4, это хуйня? Ну, с хранителей. Да, хранители. Я все равно не понял. Ну, короче, 4 хранителя есть, вот что мы будем. Вот эту чеку выбираем. Мимирон, Торин, Фрея и Хадир — это хранители. Кто если сейчас умрет, ты запускаешь хранителей, то 4, это легкий режим. Они тебе типа помогают в бою, бафы всякие дают. А если без хранителей, плюс 0, сложный режим. Лос, там... сумните лоса. Шкаф поставь. И шмот лучше. Подожди, мы что, делали ачивку? Мы что, фасткилл делали уже? А, вот он. Нет, стоп.
Мы делали только без тебя. Не-не, со мной, я не вижу ачивку, она везде сделана. Да, точно, там же был, кто-то поговорил, этот, все, можно расслабиться. Да все, ачивку тебе не надо, блядь, булки расслабил? Да. Подожди, я сигаретку прикурю, я готов. Сигаретку прикуриваю. Дуат. Припаты. Так, напоминаю, стоять подальше от босса. Можете сосредоточиться, кастеры. Все, пуляю. Кастер, хилы тоже сосредоточиться по разным сторонам, чтобы вы могли хилить нормально. Все, поехали. Сразу быстренько переводить его. Кто умрет на мимироне, каску не буду бафать. Бомбы я поразвежу. А, о, вар, держи, без рез. Только не все лутай сразу. Отошли, миллизона. Ебать, нахуй. Рокси, раки. Господи, раки. Не успел. Понятно. В смысле ты не успел? Вот, подними Рокси. Куда? Гугуша. Гугуша, подними Рокси. Переводите вас быстрее. Мелодает. Так, я машиной сдал, так что хитись там как-нибудь. Зачем? Да пусть дамажит, Рокси нормально дамажит. Ну. Да я, зачем ШВ? Потому что я чуть не упал, да, испугался. Не бойся. Ну у меня еще осталось там сколько? Дайте каску кулак, Варон. Каску не буду давать. Нету бафа. Спасибо, каску. Тебе каску. Под ДК киньте каску тоже закончилось. Ку-ку. Да в смысле закончилось, я бафал уже всех. О, каску на хантов, кстати, что-то оформить, пожалуйста. Геру, дадите сейчас было. АФКшите бегаете, потом ребафать вас опять. Давайте это, когда голова будет бумботов, я потанчу, будем их убивать на расстоянии. У нас есть вар там. Так лучше на третий даже делаем. Не, нет, ловить не будем просто. Поэтому. Да, давайте на третий. Ну, в смысле, на последний. Да, давайте на третий. Так, здесь, короче, от дула надо будет уходить, когда будет обстрел. Так что смотрите внимательно, когда дула будет смотреть, сразу уходите с другой стороны. Да он не успеет даже. Успеет. Куда он не успеет? Успеет, блядь. Не успеет. Ну, блядь, если не успеет, то вам пизда. Вышли. Мак, выйди. Видите такие вот лучики красные, блядь, от них надо уходить будет. На третьей фазе тоже такая херня будет, точно четвертая. А зачем на третьей геру давать? На четвертую тогда дадим. Обстрел. Кожу. А, вы геру дали? А, да. Короче, я буду таунтить, отойдите из-под головы, а я буду этот таунтить и будем убивать тогда этих. Или я сам убиваю. Там убивай. Вой, залей Иннер, пожалуйста. Вы сказали Геру с пула дать, я нажал. Все, бля, я почти пул. Так да, это не пул был, мы с пула. Сейчас не хухи, тебя пул. Лут автоматически ставит дом, не переживайте. Дети, уйдите, милики, из-под головы, уйдите. Я буду бомботов буду ловить. Не, вот эти, блядь, чё, сука? Ну, блядь. Видите, что у него умелики? Сразу голову посадите и разобьёте. Садите. Вот, брат. У вас паника на этом мимироне сумасшедшая какая-то. Да нет, Рыж. Да не, ну типа, вы смотрю, там этот, типа, уйдите так, от головы, все под головой. Фаза номер 3. Все способности, которые были на первой, второй, третьей, то же самое будет. Потому что смотрите, от босса убегать, обстрел аккуратно. И все три части должны умереть одновременно. Милик играет по нижней части, кастеры по голове, потом по телу будете играть. Я в тело слопаю. Сейчас за зову ешься и все. Давайте посмотрим, как его вешать будет. У вас с промежутками 10 секунд, если 10 секунд не успеете. Сука. Бомбы. Вар, ты бомбы обезвреживаешь, только аккуратно что-то делай, пожалуйста. Да чё мне там промахнул? Бомба. Размери его, Вар. В ноги больше нужно сказать. Вышли. Вы в голову стоп, в ноги играем, тело. Играйте в тело. По голове стоп, ДПС.
Можешь точным ударом убить. Так, лазерный обстрел, отошли. Абдулла отошли, все, Абдулла отошли. В модельку не заходите. Сложно было. Да. Все, осталось за босс у нас. Везекс и это самое. Везекс тоже в обычке? Не, Везекс и Хэмпи. По-моему, кстати, обычка сложнее, чем ХМ. Сейчас кто-нибудь спору с пулей, блядь. Я ни разу не был там в обычке. Бля, приставы ну. Одел, все токены на приставы, блядь. Ну перезайди пока. Потом сразу в карьер прогонишь. Ну, кстати, да. Я, бля, даже помню, куда не с собой падает. Портуемся в галерею. Валившуюся. Да. Че лутать? Т8, когда можно лутать Т4. Ковраджи, да. Ты не убивал, что его в гере? Вообще не знаешь, что там делать? Бля, давайте типа тенефобию хотя бы сделаем. Просто на скилле имеется в виду. Да ты задолбался своими ачивками. Это просто тактика, ребята. На скилле. Я знаю, как будет на скилле. Там выйти из этого, из-под бомбочки темной. Я вот вайпаться не хочу. Так это тактика, камон, это выйти из лужи нужно вовремя, урон не получать. Что вы это самое не можете? Я на хэмку буду делать, метринка нужна. Там она, блядь, изи делается, это не миром вам мониторе. А она за ГП? Нет, парола. Парола утринка? Да. Я надо приста заходить. Я тебе там задумал, я мага хочу, я магом хочу майнить сейчас, смотрите. Я тоже хочу приставить. А эта тринка будет мне актуальна до ссылка ХМ. Так и у тебя Ковараджи может взять. И мне тоже. Ковараджи, ну все потом поменяют тринку. Я с этой тринкой буду в ссылка ХМ бегать на файре. В смысле ссылка ХМ? Ну я ее буду, я не буду ее менять там на ТБЛ обычную. У меня будет труба и будет эта тринка с Везекса. Это ты так говоришь, что ты фармить не хочешь, да? Вот именно. А зачем мне... Это было лучше этой тренки. Чем? С татами. С татами? Ты... Больше кота, больше прок. Ты знаешь, что какой прок? У ТБЛ они одинаковые. У ТБЛ прок полторы минуты. У этой тренки 45 секунд прок. Ну вообще-то Талик, да. Кого возьмет в контроль, пиздим, блядь. Обходим по левой стороне, в левую сторону ушли вдоль стены. Со стокрылой пуху бы взял? Хорошо, вернемся на стокрылую пуху убьем. Шаману нужна пуха. Слышишь, Бьерн, ты можем говоришь? Еще на Алгалону зайти, мне на Пала нужны тапки. Конечно, Алгалон надо убить. Алгалон, ну нахуй, не будем пытаться. Пошли бить Алгалона, в смысле? Не пойдет, там осколок падает. Там осколок 100% на друг. Один трайзер. Это свой, да. Какой Алгалона? Один? Давай три. Ну ладно, давай четыре. Не, в пизду четыре, блядь. Четыре долго. А ты что, блядь, тебя разводят? А какие тебе тапки нужны? Что ты, блядь? Там два часа, ребят, на Алгалон дается. Я уже поговорил с этими хранителями. Успокойтесь. Уже поздно. Бля, все так пишут, в пизду, бля, проще, короче, свой ванир самому купить, нахуй, не ебаться, блядь. Ноют все, блядь. Да. Им ЕП дают за Ульдуарза, блядь, изи рейд, блядь. Так подожди, никто не говорил, что здесь типа вообще на кошмот планировался рейд. Ты говорил, что вообще ЕП да будет давать. ЕП будет? Я же написал, что ЕП будет. А еще ЕП будет? Ну все. Еще ЕП будет? Все, я думал, рыбы покормят и все, блядь. А если Алгалон убьем, больше ЕП дадут? Нет. Да ёпт. Сухи. Все, давайте только аккуратненько там. Так, будьте контролить, маги. Это вопрос? Фейка, ромбик, зоркий, печенька, Суза, квадрат. Начинаем бой с контролев. Поехали. Фейк, блядь. Аккуратно. Не уешьте только, блядь. Ромбик бить. Ромбик убить первого. Говорю, ромбик бить, блядь, а было хуй пойми кого, да, было? Такую фигуру не знает, на школе не учился, блядь. Сука, блядь. Потому что рано, блин. Поздно сказал, блядь. Потушник.
Я всегда говорил, надо цветам фигуры говорить. Ничего, да, так не сближает, блядь, гильдию, как обосрать Абулу, блядь. Пиздец, один, блядь, брякнул, нахуй, все, все сразу, блядь, хейт режим. У них, блядь, в этот, блядь, чтоб в рёв тебя врезался. Абула, я ж тебя люблю, блядь. Абула, это знаешь, почему происходит, точнее, из-за чего? Из-за того, что ставил ледяную хуйню дал свою ВВК, блядь. Был бы Гудлик, мы бы Гудлика засрали. Кстати, да. Пиздец, вы, блядь, нас на их гильде держите, чтобы это, блядь. Да, да. Блядь, давай, возьми, нахуй. Сейчас еще... Моба бесим. Я ГП дам, кто убьет своего. Я ГП дам, кто своего убьет. Ты похуй, блядь. Он прям один. Я просто путю, как вы не стой меня пиздили, блядь. Вы бросали все и пиздили меня, блядь. Нахуй за это, блядь. Как за слаг. Это, блядь, ваше любимое развлечение, нахуй, было, блядь. Отпиздить Абулу, если его в контроль возьмут. Сколько ГП за жизнь Абулы? Так, Дуат, давай спекайся в танка. Будешь танчить сюда. Да нету спека. Дуат, ты Дуат, что ли? А, нет, я Абдулат. Вот. А что, все? Мы не будем всю комнату чистить? Нет, нет, зачем? Хуя, вы, блядь, научились. Пока меня не было, блядь. Пилы стали, как было. Бля, сейчас подожди, дай я в этом в ММ аспектнусь. А то ж, бля, сейчас нахуй лужа поразливается и пиздец. Так, милики, вообще, типа, никаких ОУЕ спылов, даже ни буль, ни лучше, типа, бейте его там экзорцизмами, всякой херней, потому что здесь, типа, ваш ДПС абсолютно не нужен, его и так более, чем с головой. Нам стопать еще придется, скорее всего. Да, милики могут АФК пойти. Ну, все окей. В смысле АФК, блядь, бить будет? Ну, типа, поставили босса бить, ну, бьют этого, ну, и могут просто, типа, смотреть на эту всю картину, руки от клавиатуры убрать. Если там появятся эти самые спорки, то пусть АФКшек не бьет, ничего. Ну, и касты только надо сбивать. Вот именно. Так. Дай мне пати. Бля, пиздец, а как нам сейчас агро набирать-то? Это пиздец. Дуат танчить будет, что ты обижаешь? А, дуат будет танчить, ну ладно. Шкафчик. Так, по тактике, значит, группа номер, сейчас я кастеров раскину. Так, это сюда. Да зачем? Влево-вправо просто сбежались, без разницы, кто куда. Ну хорошо тогда. Так, стоим, дамажим все в квадратике. Метка крестик идет назад. На комбут крестик назад идет. Остальные просто вправо-влево разбегаетесь, будут лужи появляться. Потом опять же забегаем в эту лужу, дамажим босса. В принципе, тут... Значит, блядь, здесь и... ману не тратим, потому что у вас мана никак как не будет резаться. И вот здесь вот, блядь, стоять не надо, вот здесь, блядь, стоять не надо, вот здесь стоять. Строго в метку все зашли и тут стоим. А то, блядь, начинается у вас паника. Подожди, сейчас я грубо поем. Здесь на фразу тут дома, что ли, посмотреть? Средь не было рыбы, тут поставил он себе рыбу одному. Ну, чистого. Тоже пожру. А шу не пошло только. Все, давай, зачем. Саша, если тебе там не дают, то можешь мне им кадать. Я Су заменяюсь, если хотите. Фейка, давай сама меняйся, МКшкой. А кто там еще один остался, вас пять? Бафни, плиз, он пусть тебе дает. Сегодня мало дамажит. Не, ну не надо. Альфи, дай поменяй МК, пожалуйста. А, все, вижу, есть. Подречу МК дай. Я не буду дамажить. Нет, дайте кому, кто не уедет. Все, Дуат пошел. Дуат пошел. Воу-воу. Поставь его печеньку. Все, стой, 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 стой. Отошли, право-лево разбежались. Быстрее выбегайте только. Теперь вы уже обратно. Разбежались. В метку встаньте в квадрат. Что за херня опять у вас? Разбежались. Разбежались. Пиздец, блядь.
Завафлил нам. Приз, не подходи, отойди назад! Все, жди, пока добавь спадет. Забежались. Я залагал. Забежали. Вот бежал. Если добав пропал, заходи обратно. Угу. Эта метка просто отхиливает босса. И носит нам урон большой. Разбежались. Что-то у меня критов ни хрена нету, не понял. Сейчас будет метка. А где ты там на хас, блядь? Шуманная. Куда тебе больше? Встаньте в квадрат. Побежали, выжили. Готовься, сейчас метка будет, на мне метка. А подальше от меня. Строго в квадрат зайдите. Еще метка. Суза. Метку плохо видишь? Маги агро, маги агро скинуть, зорки. Метка вышли. Так, убегай быстрее. Побежали обратно. Выбежали. Выбежали обратно. Назад не беги, Токилка, беги сюда в сторону. Ну, обратно в рейд станем. Хант выбежал с рейда. Хант выбежал с рейда, выбежали все. Хант с рейда, выйди, блядь, череп. Обратно сбежались. Ох, какой череп ставится. Блядь. Вагонный, блин, Хант. Плохо выбегаешь. Выбежали. Ну, я лагаю, ничего, я выпрыгнул. Сколько там процентов? 40, что нормально можем. Выбежали. 4, 3, 2, 1. Тут ничего не добавил. Павел, дайте каску помогу, пожалуйста. Вообще никаких бафов нету, блядь. Суза вышел. Суза, блинк назад. Суза, блинк назад, нахуй! Суза, блинк назад! Вышли. Разбежались. Суза, ты, блядь, слышишь меня или нет, нахуй? Вышли. Сколько ты сранитого? Обратно забежали. Великий, вообще, станьте АФК и стойте. Не бейте вообще. Еще 5 секунд готовиться с метками, будет вниз назад. Вышли. На мне опять, ладно. Еще раз говорю, назад никто не бежит, бежит только метка, а вы по бокам просто идете и все. Ля, вылез. Вылез большой? Подойди ближе, подойди ближе. Куда, забирай на большого. На большого, ДК, забери большого. На пул дайте, пока большого не бьем. Не будем, ничего не делаем, просто стоим АФКшем. Блата на пул дайте. Набьем 200 тысяч, будем играть. Вышли, 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 вышли. Право-лево разбежались, разбежались, разбежались. Стакнулись обратно. Гера, дали фул ДПС. С метки надо было. Гуша вышел. Гуша вышел. Гуша вышел. Выбегайте, сука, быстрее с метками, блядь. Да, у меня весь. Блата прохиливается, блата хилится. Караваджи, скинь агро, вышли. Караваджи, агро, блядь. Нечем скинул уже два раза. Ой, блядь. Фон подвесело. Дебошин просто. Мелизону дойди, там умирай. Любой танк за таунти просто, вар за таунти, отошли. Вар за таунти. Он не может там. Блядь. Остановите ДПС, подбегите под Мелизону на ком агро. Каваражи на тебе, зорки на тебе. Добивайте быстрее этого элементарного. ЛПхи накидывай на него. Да он вылетел, блядь, ты кайт, нахуй. А-а-а. Ну тогда бегайте, кайтесь. Бомжей, да, тебе ДК. Готовьтесь сейчас, метка будет опять. Нокдаун тут не восприимчивость. Бейте, 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 бейте. О, все, ну дуата пошел. Дуат, нормально, сука, добьет, ты нормально сейчас, нет? Дуат. Живи, сид. Пизду, падайте, нахуй. Да нормально там. Он да что нормально, кем ты бить будешь? Метка вышли. Да, метка вышли, метка выйди. Да, ой, блядь. Падай. Первый раз, что ты что я? Падайте, блядь, говорю, нахуй.
Два, ты тут? Да, я тут, я же говорю, все так же висит. Релок сделай. Я даже выключить не могу его ничего. Сейчас. Альта 4, блядь, и выключится. С метками тупить. В галерею. Суза, ты тут? Какого хуя, блядь, стояла с меткой так долго? Скажи, пожалуйста. Чё, блядь, в рейде стояла секунды 3-4 точно, блядь. Текилка, я ещё раз говорю, здесь мана не ресается ни в коем случае. Гим дается только по команде, если холипал попросит. Напоминаю, метку крест выносится... Ой, метка череп назад выносится. Ну, метка безликого называется. А почему тут для череп кидается? Крест мана не резится, она просто увеличивает объем маны. Но она на секунду дается. Это когда холипал попросит гим на ману, тогда дадите. Это автоатака, если бить босса. Либо магическими заклинаниями от паладинской джагина резается немного. О, блядь, у меня комбат. Все зависли. Кто-то сагрил. Оба сагрил. Кто-то сагрил. Эллер сагрил. Блядь, падайся. Я, в принципе, полутал, что мне надо. И будете хуйней заниматься, я сейчас рост сделаю. Товарищи, блядь. ГП и делай рот. Ой, блядь, иди сюда, нахуй. Блядь. Убери нахуй. Все, сдохните. Просто сдохните сейчас. А лагает, блядь. Сережа лагает, да? Хуй знает, не лагает. Нет. Я не знаю, меня лагает. У меня нет. Даже когда ты там орал на меня, я уже стою за спиной рейда далеко в стенке, ты на меня еще продолжаешь орать. А вот сейчас всех перепиздит. Вы там не умерли еще? Умерли. Все, завредился. Не-не, сейчас на меня сорвется. Блядь, опять кого? Ебать, у меня таун, затаунтил, пиздец. Блядь. Что происходит? Боливия? Я в камеру. Да он меня в МК взял. Блядь, я, короче, сейчас просто через Ульдуар на мотоцикле лечу через весь. Сквозь стены. Блядь. Блядь, а ты выйдете моба ебаного? Да не заходите в инс, ебать, что происходит? Что, вы до сих пор не вайпнулись, не? Я не знаю, я... Да он ЗМК берет, он ЗМК берет и там шкафом убивает. Никто мимо пройти не может, блядь. У кого-то, сука, ляжки жирные. Стойте возле портала, ждите. Если у вас бой, просто выйдите с инста. А вы хотите еще Алголона убить, блядь? Если вы нахуй элементарного босса убить не можете. Это выйдете, блядь. Я один разок убил. Все, отравился моб? Да. Угу. Заходим. Обходите аккуратненько. Через галерею пропустить. У меня что-то сейчас невероятно было. Через весь Ульдуар, через все текстуры на мотоцикле пролетел. Ты там вообще откуда-то сбоку вылетел, так, ну такой побежал. Ты, это, ну, я же говорю, я на мотоцикле вначале летел. Ой, лагаешь, а потом... Наверное. Лагает, потому что, наверное, там ВПВП шире хуярится там. Нет, да. Невер лагает, да. Да, Невер всегда лагает. Да нет. По жизни. Не, ну не часто бывает, что лагает. Спидом по жизни. Задержка по жизни, а. Меня фризит просто. Я иду, короче, и на месте. Рюмка водки на... Вар, ты хоть не занидал, кстати, ботинки? Я что-то не проверил, не мне упали или не мне. Кто там на Варе танчит? А он тебе вторую шмотку отдал, которая там тело? Да, там тело как раз упало хорошее вообще. Все есть у меня. Ну, этими двумя шмотками, в принципе, можно что-то подбить, подмутить. Я не знаю, когда сменить бонус этот раз. Ты у меня спрашиваешь.
Так ты же там вроде скидывал эту штучку там. Ну и что, я ее писал, что ли? Я думал, ты этот контролируешь этот момент. Конечно. Контролер, блядь. Не за что, Dead Beach. Мертвая сука. Что ты на меня орешь, вообще не пойму. Мертвый пляж. Мертвый пляж. Что ты опять орешь на меня, успокойся. Мертвый бомж. Кушайте рыбу. Да ты опять орешь на меня, успокойся, блядь, что такое. Так когда я когда вижу, как капсом пишет, мне кажется, что человек просто орет на монитор. Со слюнями. Да. Шкаф ставим. Только баба умеет на мужика смотреть так, что тот понимает, что она на него молча орёт, блядь. А как же гей-пары, нет? А как же тогда лесбийские пары? Они друг на друга смотрят? И молчат, блядь. По разным комнатам, блядь. Я смотрю, у нас ребята подкованы. Мы подковы. Хребата на сум. Каску поваром. Спасибо. А метка безликая, что там крест ставится или череп? Вообще нужно крест, а у тебя почему-то крест череп ставится. Сейчас я тогда систа поснимаю, но, видимо, друг друга перебивает. Либо, либо сними с меня систа. У меня не стоит этот, ну, и ДБМ. И у меня тут на ульдуар. Ну, я выключу полностью. Все, давайте. ВК. Фейка мне МК. Так, давайте, черный пол.